Сегодня в моде нарядные платья и деловые костюмы. От такой формы одежды медики уже отвыкли. С конца марта в ходу защитные комбинезоны. Сотрудники Одинцовской областной больницы поставили на ноги сотни пациентов, которые так и не увидели их лиц из-за средств индивидуальной защиты. В числе героев в маске заведующая терапией Ирина Иванова. За работу на передовой в праздничный день ей вручили сразу несколько благодарственных писем. Это важное, но не самая главная награда, признается доктор. Мы помогли нашим пациентам избежать эти побочные эффекты и оказать им в полном объеме помощь благодаря нашей специализации как терапия. И это главная награда? Это самое главное, когда мы не видим, как у нас на руках умирают люди. Это самое главное. Торжественно, но в ограниченном формате. Поздравить сотрудников Одинцовской областной больницы с праздником приехали представители общественной палаты округа. Привезли подарки и благодарственные письма. Награжденных порядка 20 человек. Это именно те люди, которые принимали активное участие как раз во время пандемии. Да? Они сражались с этим врагом лицом к лицу, не жалея себя, не щадя. Многие жили в гостиницах, не видели своих родных очень долго. Да? Поэтому, конечно, нам хотелось вот их поздравить от всего сердца. Оксана Пушкина не понаслышке знает, с чем приходится сталкиваться медикам в грязной зоне. Депутат Госдумы сама переболела коронавирусом. Она уверена, медицина в надежных руках. Врачи наши про призвание все понимают. А вот наше отношение к этим людям бывает разное. Поэтому в этот праздник я хочу пожелать всем врачам терпения, прежде всего, и настроение. А мы, вот лично я, как депутат, теперь понимаю, за что голосовать в строке бюджета. Праздничная встреча, как глоток свежего воздуха. Пандемия еще не завершилась. А это значит, сотрудникам Одинцовской областной больницы еще не раз придется вернуться в грязную зону, чтобы, рискуя своим здоровьем, спасать других. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».